Фабрика. Не думаю. Отлично. Спасибо, люблю тебя. Привет, сладкий. Я всего лишь недавно переехал, друзьями особо не обзавелся. Поэтому приятно найти кого-то, с кем можно разделить ужин на День Благодарения. Я люблю готовить. Чего бы ты там ни хотел, милый, ты платишь. Так ты что, доктор? У тебя тут так много заумных медицинских книг. Нет, я работаю в региональной больнице Буффало. Ладно. Почему бы нам не поиграть в доктора и медсестричку, когда я вернусь из ванной? Да, да. Дальше по коридору. Ты готов, малыш? Не стесняйся. Какое же разочарование. Когда ты мне собиралась сказать, что у тебя... Я спас тебя с улицы, чтобы дать шанс создать что-то, а не разрушить. И вот так ты меня благодаришь. Вот так благодаришь меня. Пожалуйста, я сделаю все. Нет, нет. Серьезные отношения могут быть между женщиной и мужчиной. Как, по-твоему, это должно сработать? О чем ты говоришь? Ну же. Все хорошо. Я делаю тебе одолжение. Делаю всем одолжение. Мы снова возвращаемся к преступлениям, озадачивающим законодательные силы Буффало уже 3 года. Сегодня власти сообщают о закрытии одного из нашумевших дел. Началось оно с исчезновения 17-летней Лизы Доннелли. Доннелли была одной из 7 работниц секс-индустрии, пропавших в Буффало за последние годы. Все предполагаемые похищения происходили в холодный период с ноября по март. С Дэррела Кеннеди, медбрата региональной больницы Буффало, которого полиция считала одним из подозреваемых, были сняты все подозрения. В то время как официальные данные сообщают, что бюджет вынуждает полицию заниматься другими расследованиями, наши источники сообщают, что неудача определяется неспособностью полиции найти тела жертв. Это все чепуха и политика, Келси. Они думали сломить этого парня на пресс-конференции. Посмотри-ка, 7 из 7 были похищены во время снегопада. 7 из 7, ты вообще меня слушаешь? Я не глухая, Майк. Думаешь, они бы так просто сдались, будь там их дочери? Я вот, блин, так не думаю.
Ты не собираешься с этим разобраться? Эй, я и была той самой тупицей, которая боролась за это дело, помнишь? Думала, это дело будет известным. Ради всего святого, это же День Благодарения. Будь благодарным, забудь об этом на одну ночь. Проведи время с семьей, объешься, завалишься на диван, это же легко. Ты что, моя няня? Мой тренер? Ты много обо мне не знаешь, детектив. Даже не думай. Эбби меня не простит, если ты не зайдешь. У нас много бумажной работы. Чем быстрее мы с ней разберемся, тем быстрее сможем двигаться дальше. Послушай себя. Это ты одержимая, и тебе нужно забыть об этом. Пойдем, выпьем. Ну же, всего по стаканчику. Я даже не хочу начинать этот разговор, так как обед уже на столе. Было бы прекрасно, если бы ты смогла мне помочь. Мам, пожалуйста, вся семья Теда уже ждет меня. Ты должна сказать всей семье Теда, что проведешь этот день благодарения со своей семьей. Эй, сюрприз. Привет. Вот это сюрприз. Майк не говорил, что ты заглянешь. Какая разница? Хоть кто-то классный. Я не останусь, забежала поздравить вас с Днем Благодарения. Да расслабься. Шелли, мы же поделимся с Келси. Да, можешь взять мою тарелку, я буду отмечать семьей Теда. Так, прекращай. Хватит, юная леди. Ты никуда не идешь. Точка. Даже твой папа пришел. Невероятно. Видишь, что мне тут приходится терпеть? Полный отстой. Хватит выпендриваться. Иди позови своего брата. Или ты. Да. Спасибо. Налей мне побольше. Прости нас. Нет, даже не переживай. Ты меня подростком не видела. Пап, блин. Не буду есть. Эбби, не глупи. Она целый день стояла у плиты. Жизнь здесь — это вечный домашний арест. Да, тяжеловато. Ты тут редко бываешь, чтобы заметить, в какого нациста она превратилась. Эбби, День Благодарения. Не поможешь мне там? Пойдем ужинать. Слушай, выпал ранний снег. Почему бы нам не поехать на Уайтфлоу на выходных? Тебе же нравится фуникулёра, да? Весело же. Помнишь прошлый год? Ты школу еще тогда пропустила, мы застряли там. Пап, нет. Я спущусь через минутку, ладно? Соберись, пожалуйста. И не груби. Привет. Ежу было бы понятно, что со стипендией она точно пойдет в Корнуэлл, но нет. Теперь она думает пойти в Государственный университет Буффало, чтобы быть к Теду поближе. Не понимаю. Первая любовь. Думаю, что ей нужно самой в этом разобраться. Вау, посмотрите-ка. Не помню такую. Да, это было давно. Посмотрите, кто тут у нас. Поздоровайся с Келси. Он не выговаривает клубника. Подождите, это не Джет. Ты слишком высокий для него. Поставим тебе кирпичи на голову, чтобы ты стал ниже, да? Последний шанс, Келси. Оставайся, выпьем. Майкл, ты уже можешь отпустить бедняжку домой? Ты уже у нее в печенках сидишь. Не переживай, Келси. Давай я возьму. Передавайте Эбби пока. Джет попрощался? Пока. Ты попрощался с Келси? Рукой помахал? С Днем Благодарения. Отличная работа. Джет, ты руки помыл? Да. Так все вкусно выглядит. Точно сможешь вынести семейный ужин без своей поддержки? Это же День Благодарения. У нее никого нет в Буффало. И она вообще-то наш друг, была так? Была бы она твоим другом, ты бы не заставлял ее работать в таком сумасшедшем режиме, как сам. Может, тогда она бы и встретила кого-то, с кем провести День Благодарения. И так грустно. Ей 30 лет, у нее нет детей, а ты ее и социальной жизни лишить хочешь. Я не заставляю ее. Келси взрослая девочка, сама может решить. Давай я... Не говори маме, сделай глоточек. Давай я, пожалуйста. Ладно. Как же вкусно пахнет. Ваша мама так старалась. Разве это все не классно? Держи, малыш.
Боже, пап, тут же так холодно. Холод держит меня в тонусе. Что такое? Мама хочет, чтобы ты вернулся и посмотрел на глупый костюм Джеда. Скажи, что я буду через минуту. Он играет осла, но мне кажется, для этой роли ему не нужен костюм. Да ладно тебе. Можно вопрос? Конечно. Почему ты проводишь тут так много времени? Что с этими девушками? У них есть имена. Это Лиза Доннелли. Она выросла в Риверсайд. Она начала работать на улицах, когда была младше тебя. Она уже 2 года как пропала. Об ее исчезновении заявили через 3 месяца. И заявили о нем ни ее отец или мать, ни брат или сестра, а арендодатель, которому нужна была квартирная плата. Такие вот в городе хорошие соседи. И все девушки, истории похожи. Мы не нашли ни одного тела. Они просто пропали, и по ним никто не скучает. Ужасная жизнь, не так ли? Иди сюда. Иди, я спущусь через 10 минут. С днем благодарения. Хорошо, но я кое-чего не понимаю. Если Дивайн работала в том клубе прошлой ночью, что она делала на панели? Мужик, она не тупая. Она не работала на улицах после того, как начались исчезновения. У нее был перерыв. Она доставала деньги на лекарства в банкомате. Лекарства какие? ЗГТ. Что это? Гормонозаместительная терапия. Она трансвестит? Предоперационно, ясно? Следующие пару дней она должна была отдыхать. Чёрт, до операции оставалось 3 дня. Мы приложим все усилия, чтобы ее найти, и сразу же вам сообщим. Хорошо? Спасибо. Мы нон-стопом работаем над этим делом с моего переезда. Когда многие даже делом это назвать не могли, и я была на твоей стороне. Но что мы сможем сказать окружному прокурору? То, что говорит твоя интуиция? Нет тела, нет преступления, Майк. Боже, я тоже этого хочу, но есть только упрямство и еще больше упрямства. Ну, конечно, она же всего-то пропавшая шлюха. Она пропала меньше 12 часов назад. Может, она в баре прямо сейчас готовит шоу всей жизни какому-нибудь Джону. Ты же слышала ее парня. Она хотела себе откромсать кое-что. Она должна была быть дома, отдыхать в кроватке. Какого хрена? Ты на моей стороне или как? Конечно, на твоей. Я просто напоминаю об остальных 7 девушках. Биологических. Зачем ему менять свой почерк? Ты же видела фото. Она бы и меня провела. Предположи на минутку, что я прав. А так и есть. Этот ублюдок вышел из своего укрытия впервые за 10 месяцев и поймал крошку с членом. Думаешь, он спокойно вернется обратно к себе? Это здесь. Тот самый бар. Думаю, Дивайн и тут всех обманула.
Стив, это Майк. Сделай одолжение. Эй, я кое-что тут нашел. Это Дивайн около банкомата. Наш приятель может вводить странный темный седан. Вызови Кристал, ладно? Хочу понять, что она видела прошлой ночью. Господи. Ди, ты неважно выглядишь. Да капец. Началось. Проверки запасов каждую неделю. Хранилище заперли. Охраняют похлеще, чем Форт Нокс. Что ж, невероятно, на что мы способны, когда приспичит. Карл, чувак, ты меня не слушаешь. Теперь около хранилища больница выставила охрану. Я не могу ничего взять, иначе на меня опять падут подозрения. Дэрил, хочешь особенный подарок на Рождество? Ты знаешь, чего я хочу. Что это за хрень? Ты сказал, что удалил эту херню. Наверное, забыл. Знаю, знаю. Это просто такое классное видео, понимаешь? И качество отличное. Кажется, что всего лишь видео на телефон. О да, тут можно рассмотреть детали. Не каждый день тебе проститутка достается бесплатно. Нахрена ты это делаешь? Я пытаюсь защитить наше партнерство. Карл, мужик, перестань. Мы с тобой не партнеры. Я никогда не спрашивал, что ты делаешь с теми лекарствами, что я достаю тебе. Это твоя личная фигня. Я уважаю это. Мужик, ты не оставляешь мне выбора, понимаешь? И ты же знаешь, что я никогда, никогда не расскажу о наших делах. Но ты должен меня понять. Я понимаю, чувак. Я понимаю, что ты изнасиловал пациентку. Заделал ей ребенка и попросил меня все уладить, что я и сделал. Тебя на электрический стул за такое посадят. Разве то, что я прошу взамен, слишком много? Просто подумай. Ты прекратишь, когда я перестану тебя просить. Есть еще кое-что, что я забыл упомянуть, и что мне будет нужно. Вот эти привези. Я приду сам, как в прошлый раз. И... Ди, хватит уже на таблетках сидеть. Заработаешь себе сердечный приступ. Отвали, чувак! Привет, сладкий. Привет, Кристал. Привет. Как дела? Вчера минус 12 было. Как думаешь, как дела? Хорошо провел день благодарения? Да, просто отлично. Так все-таки расследование прикрывается? Есть список номеров с прошлой ночи? Да. Тут все нытики, заезжавшие с 6 до 2 ночи. Мы ищем темный седан. Наш парень может вернуться на место преступления. Скажи об этом остальным. Все и так уже говорят об этом. Да. Полный кошмар. Дивайн была хорошей. Я возьму это. Ладно. Первый ночной счастливчик. Больница Буффало. Мне сделать этот обход? Давай, я следующий тогда. Милый, позови свою сестру. Пусть накрывает на стол. Пожалуйста, скажи, что уже едешь. Да, прости, задержался немного. Мама сказала спускаться к столу. Я разговариваю.
Ладно, тогда приходи, как закончишь, хорошо? Тед, почему ты такой мудак? Пожалуйста! Ладно. Мама будет сердиться! Она вышла из-под контроля. Не сдается, хочет увидеть Теда сегодня. На выходных, помнишь? Днем на выходных. Господи, Майк, все не так просто. У твоей дочери течка. Поговори с ней. Боже мой, что с тобой? Это отвратительно! Эбби, вернись. Ладно тебе. Господи, ты слышал? Поговори с ней, пожалуйста. Шейл, я сейчас прямо в середине. Я вернусь, поговорю с ней, и мы все проясним, хорошо? Хорошо. Ужин в микроволновке. Господи, эта девочка еще поборется. Интересно, от кого это у нее? Есть кое-что хорошее. Я прогнала номера Кристал через отдел транспортных средств. Есть несколько десятков совпадений. Потом прогнала через базу ФБР и базу насильников. Как насчет этого очаровашки? Арест в 97-м за нападение на проститутку с ножом. 2 года. В 2001-м приговорен к 10 годам за похищение и изнасилование. Опять проститутки. Как именно вы собираетесь закрыть дело? Он водит нужную машину, и он на свободе с момента похищения первой девочки. В такой снегопад и в праздники. Только отчаявшиеся девочки выходят на улицу. Свидетелей нет, это его образ действий. Этот парень охотится в снегопад. И больше у нас никого нет. И он точно помешан на проститутках. Ну уже, пойдите нам навстречу. У вас последний шанс, ребятки. Эбби. Ладно, я помою посуду. И если я вернусь, а музыка еще будет играть, ты под домашним арестом. Отлично. А вам еще налить? Да. Обычную или диетическую? А ты как думаешь? У Джоуи. Твои родители просто взбесятся. Тед, они даже не узнают. Мне нужно быть с тобой. Карл, где ты был? Я должен быть на работе. Что, блин, с твоей головой? Тебе нужно осмотреть рану. Здесь все? Да. Я посижу тут до закрытия, а потом... Можешь проскользнуть ко мне в комнату. Ты меня не слушаешь. Это не сработает, Эб. Прости. Нам нужно взять паузу. Может, и надолго. Что? Ты замечательная, и мне нравится проводить с тобой время. Но я заканчиваю колледж, а ты даже школу еще не окончила. И как ведут себя твои родители, я не смогу этого забыть. Если... Ты не можешь забыть прошлое. Может, и ты такой же придурок, как и они. Эбби. Пошел ты! Это в последний раз. К черту все. Привет. Тихая ночка. Иди в жопу, мудак. Ты тот... новенькая, и я тебя раньше не видел.
У тебя есть зажигалка? Да, конечно. Боже, ты, наверное, замерзла. Дом. Полной готовности, детектив. Начинаем. Синюю оцепить периметр. Покажите мне транспортное средство. Похоже на темный седан Линкольн. Повторяю, темный седан. Мы внутри, детектив. Проверить наверху. Вперед. Зеленые, где вы? Спускаемся в подвал. Что вы там видите? Говорите. Полиция Буффало, руки вверх! Руки вверх, ублюдок! Майк? Думаю, он не может. В подвале чисто. Повторяю, в подвале чисто. Тут ничего нет. Вы, должно быть, шутите. Извините за поздний звонок и за беспокойство вашего сына. Номеров нет, представляешь? Это была его мать. Он в таком состоянии после тюрьмы. Машину водит она. Я тебе говорю, наш парень знает, что делать. Он неспроста украл номера у этого извращенца. Этот мудак нас провел! Кто же он? У него есть доступ к базе ТС. Что еще? Да. Шелли. Шелли, я перезвоню. Успокойся. Она что? Будем рациональны. Прошло всего несколько часов. Ты можешь перестать быть копом хоть на секунду и вести себя как отец? Шелли, послушай, вы поругались. Может, она у своих подруг? А у тебя есть дети? Что ты понимаешь? Я пойду чай заварю. Возможно, она и правда у подруг. Нужно позвонить. Помоги мне. Кому ты уже звонила? Ты позвонила ее парню, Теду? Конечно же. Он на работе и ее не видел. Никто ее не видел. Ради бога, это же дочь Майка. Я не знаю. Она не как все остальные, понимаешь? Делай то, что должен. Она гуляет на выходных. Конечно, гуляет. Она не ходит по барам одна. Конечно, ходит. Она ходит с друзьями или Тедом. Ты звонила Саре? Я звонила Саре, Рэйчел, звонила маме Рэйчел. А что насчет этого Эвана? Он ее уже несколько лет не видел. У нее даже ее номера нет. Я позвонила Стиву. На всякий случай, чтобы они знали, во что она была одета для печати ориентировок. Выпей вот. Ah!
Это кольцо в знак нашей признательности друг другу, пока смерть не разлучит нас. Ну же, все хорошо. У меня тоже такое есть, видишь? У всех нас. Давай же, время для фото. Добро пожаловать. Мы проверяем ее почту, телефон и страничку на Фейсбуке. База данных и больницы подключены. Я запросила видеосъемки с камер наблюдений на вокзалах и остановках. А наши друзья за озером? Нет, данных о пересечении границы нет. Хорошо. Уведоми Рочестер и Детройт. Обо всем мне сообщай. Келси, оставишь нас? Да. Если тебе что нужно, возьми несколько дней выходных, побудешь с семьей. Я за этим 18 лет пробыл в полиции, чтобы кто-то смог похитить мою дочь. Все так запутано, у меня нет выбора. Ты понимаешь? Да. Извините, сэр. К вам посетитель. Где она? Где ты это взял, Тед? Вчера вечером Эбби была в закусочной. Ты соврал моей жене, что не видел ее. Мы поругались, я не знал, что делать. Она же сбежала, я не хотел, чтобы у нее были неприятности. Рассказывай, что случилось. Я ничего не делал. В общем, мы поругались, она ушла, оставила куртку и телефон. Вот и все. Куда она пошла? На улицу. Я должен был за ней пойти. Ты не пошел за ней? Нет. Она была одна или с кем-то? Нет. С кем? Она. С кем? Она разговаривала с кем-то снаружи. С кем она говорила? С кем-то в машине, с кем-то в машине. Ты позволил моей дочери сесть в машину к незнакомцу ночью? Все слишком быстро произошло. Что это была за машина, Тед? Говори. Темный седан. Я говорю правду, богом клянусь. Я не просил ее сбегать. Когда миссис Флетчер начала звонить, я испугался, ясно? Не знал, что делать, поэтому я пришел. Он был там. Этот парень. Вчера вечером в закусочной. Так, спящая красавица проснулась. Господи, и ты замена? Тебе сколько, 12? Мне 17. Боже, ты совсем ребенок. Он будет долго тебя любить. Что это? Где мы? Сколько ты уже тут? 34,5 цикла. Мне жаль. Времени для сожаления у тебя много. Сейчас день благодарения. Кто это? Кто это, черт возьми? Это? Это Лорен.
Это похоже на домогательство. Мы еще даже не начали. Где тут домогательство? Это часть расследования. Она была под вашим надзором 3 месяца. Это обычная процедура. Это все херня. Сколько раз мне еще все объяснять? Еще раз, давай. Я послеродовой медбрат. Лорен была на физиотерапии, а не под моим надзором. Я заходил к ней несколько раз поздороваться. У проституток не так много посетителей. В ночь исчезновения я был в хирургии с массой свидетелей. Но вы это и так знаете, потому что вы все уже спрашивали. Все. Что происходит? Это ужасно. Но я вам все рассказал. Если это все. Заткнись к чертовой матери. Где ты был вчера ночью? Здесь, на смене. У нас есть свидетель, который видел тебя в закусочной. Нет, нет. И где была похищена еще одна девушка. Невозможно, я ничего не знаю о другой девушке. Нет, нет, не просто другой, а вот этой, смотри. Узнаешь ее? Слушайте, я не понимаю, о чем вы говорите. Врешь! Майк! Я знаю, что ты был там, жердяй! Майк, 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 слушай! Спроси у его босса. Спроси у его босса. У меня была длинная смена, так что... Вы оба вчера были там в закусочной. Я знаю про Лорен Дэниелс и остальных семей, ясно? Я не понимаю, о чем и каких еще других семей? Думаю, что ты знаешь насчет моей дочери, так? Знаешь, где моя девочка? Клянусь богом, я ничего не знаю о вашей дочери! Все, хватит. Может, Тед ошибся? В форме! Он сказал в форме! Сколько еще черных медбратьев есть в этом чертовом городе? Мы не можем быть уверены на 100%. Ты же видел реестр. Пока еще ничего не связывает Эбби с этим делом. Отвали, придурок. Прочитай описание. Он нацеливается только на проституток. Майк. Келси, прочитай. Что там написано? 17 лет. Одинокая белая девушка. Видели в последний раз на углу Филмор и Ферри. Мини-юбка, короткий топ. Сильно накрашена. На что это похоже? Он сокращает интервалы. Дашев. Боже, привет, папочка. Опусти меня, мне больно. Опусти, пожалуйста. Таблеточка. Сколько еще, папочка? 8 недель и 3 дня. У нее все хорошо? Лучше, чем у тебя. Я пытаюсь, папочка. Ты же знаешь, это вопрос времени. Ты так давно уже говоришь. Может, ты сломана? В следующий раз попадешь сюда. Как наша новенькая? У тебя все хорошо? Какая разница? Я не пробуду здесь долго. Мой папа — коп. Там, может быть, но не здесь. Ты уверен? Он все о тебе знает, больной ублюдок. Я так не думаю. Думаю, что я в порядке. И мы все будем в порядке.
Несколько недель отдыха тебе не повредят. Девяносто третий год. Новобранец года. Полиция Буффало. Майкл Флетчер. Пап, что не так? Иди внутрь. Но, папа... Я не буду повторять, иди внутрь. У нас в семье есть некоторые правила. Ты привыкнешь. Они достаточно просты. Это на самом деле старый добрый компромисс. Ешь то, что я тебе даю. Ничего не трогаешь. Ничего. А пока я не скажу. И у всех есть своя роль. Правда, Британи? У меня хорошее предчувствие, папочка. Что ты думаешь? Эй, я с тобой говорю. Что ты думаешь? Думаешь, нам повезет в этот раз? Что? Что ты делаешь? Лорен, милая, окажешь честь? Детки делаются в любви. Детки делаются в любви. Правильно. Детки делаются в любви. Детки делаются в любви. Детки делаются в любви. Детки. Мама, а если Эбби не вернется, то ее подарки достанутся мне?
Так возможность зачатия выше. Эй! Ты же не думаешь, что я забыл? С годовщиной, мамочка. Спасибо, папочка. Ищешь что-то еще? На самом деле, жду ордер на обыск квартиры Дэрила. Сейчас окружной прокурор нас не очень жалует. Да. Думаю, что смогу взять поработать на дом. Шелли это понравится. Я позвоню позже. Буффало, 18. Гексахлорбензол, гепарин, фолиевая кислота. Господи боже, хочешь пулю в лоб? Я прикрываю тебя, если кто-то из бдительных соседей позвонит в полицию, и тебе придется объясняться перед копом в форме. Ты это видела? Посмотри, этот кусок дерьма живет рядом с тем местом, откуда похитили Эбби. Лорен, что он мне вколол? Не переживай. Это для твоей пользы. Это подготовит тебя. Он дает это всем девочкам. И сколько тут было других? Была одна первая. О ней папочка постоянно говорит. Потом я, Лиза, Бриттани, Сара, Аманда, Эбби. Что с ними случилось? Они были плохими мамочками. Поэтому она так напугана. Папочка спас ее из наркопритона, обеспечил ее всем, а она даже не может дать ему ничего взамен. У меня вот второй. У Бриттани уже много шансов. И кажется, папочка начинает терять терпение. Сколько ты тут уже? Это моя третья годовщина. Как вы познакомились? Это была судьба Эбби. Этот Джон затащил меня в машину. Мои ноги потом сильно пострадали. Я попала в больницу, где познакомилась с медбратом Дэрилом. Думаю, он на меня запал, частенько заходил ко мне сказать привет. А однажды, перед Рождеством, пришел доктор и сказал мне... Он сказал, что я беременна. Я тогда пошла спать. А когда я проснулась, то была здесь. Папочка меня спас. От чего? От сломанной семьи, глупышка. Папочка говорит, что есть проститутки, которые ломают семьи. Поэтому он забирает нас с улиц, чтобы создавать семью, а не рушить ее. Лорен, а что с детьми? Мы о них не говорим. Уверена, он тебе покажет, если будешь хорошо себя вести. Скоро все случится. Скоро у тебя будет малыш. Выключи свет. Уходи, оставь меня одного. Передай соль, не помни, что это было.
Возможно, я больше никогда не увижу Эбби, а последнее, что я сказал, выключи свет. Можешь в это поверить? Тебе нужно поехать домой и поспать. Ты уже 2 дня на ногах. Я не могу, Келси. Что мне делать? Все, что мы знаем. Теперь и с Эбби. Ты не прав, Майк. Она не как все, кого мы ищем. Не она. Она не как та пропавшая девушка из городка, откуда я родом. Потому что... та ушла однажды и не вернулась. Испарилась в воздухе. Знаешь почему? Потому что некому было развешивать постеры. Или просить милостыню, или всю ночь дежурить на улицах. Когда она исчезла, ее будто и вовсе не существовало, и это не про Эбби. У нее есть ты. И Шелли, и я. У нее есть семья. Где бы она ни была, она не одна. Я тебе обещаю. Иди поспи. Я позвоню тебе утром. Пенициллин, гепарин, гормональные. Стэнлейк, Буффало. Спасибо, что позвонили в Буффало Стэнлейк. Оставьте сообщение. Детектив Майк Флетчер, полиция Буффало. Мне нужно задать вам пару вопросов о Дэриле Кеннеди. Он сказал, что хочет МФА от Санты. Знаешь, что это? Уже под елкой. Хорошо. Это правда, что говорят о 48 часах, да? На Шелли, там Келси. Все делают все, что могут. Но они не ее отец. Я верну ее домой, обещаю. Эй, слушайте, здесь нельзя парковаться. Давайте, уезжайте. Майк Флетчер.
Возьмите кофе. Я скажу ей, что вы пришли. Привет. Можно кофе покрепче? Да, конечно. Вы знаете Дэрила Кеннеди? Он тут работает? Здесь, на кухне? Нет, нет. Не знаю. Большой парень. Медбрат. А, вы говорите про Большого Ди? Да, Большого Ди, понял. Парень его размеров проводит много времени в местах, где есть еда. Понимаете, о чем я? Вы его хорошо знаете? Нет. Но знаю, что он любит моего жареного цыпленка. Вот и все. Блин, да ему все нравится, что я ставлю перед ним. У меня не идет кровь, нет. Мой босс меня убьет, простите. Я стукнулся прямо сегодня утром, пока чинил машину. Слава богу, что повар я получше, чем механик. Детектив Флетчер. Я прошу прощения за вчерашнее поведение. Потерял контроль, вышел из себя. Нужно задать несколько вопросов о Дэриле. Думаю, что не могу вам помочь с Дэрилом. Я отправила его домой после вчерашнего, и он сегодня не появлялся, не отвечает на звонки. На него не похоже. Я передам ему, что вы заезжали. Нет, пожалуйста. Зачем ему могло это понадобиться? Это вы писали? Я? Нет. Я вам гарантирую, что это писал не Дэрил или кто другой из моего медперсонала. Откуда вы знаете? Точное предписание за уходом пациента. Орфография неправильна и неточности с медицинской точки зрения. Для чего все это? Пищевые добавки от недоедания, репарин. Это антиокоагулянт. От тромбоза для обездвиженных. ФСГ. Препарат для зачатия. Внутривенно. Я не понимаю. Все эти лекарства пропадали из больницы на протяжении 3 лет. Временные рамки, как и в нашем деле. Большинство таблеток продлевают жизнь. Может, поэтому мы и не находили тела? Думаешь, Дэрил удерживает девушек? Это писал не Дэрил. Это кто-то другой. Думаю, есть кто-то еще. Может, он с кем-то вместе. Что ты думаешь? Хочешь знать, что я думаю? Думаю, тебе нужно пойти домой. Нужно побыть со своей семьей. Думаю, тебе нужно разобраться с твоими мыслями. Прекрати! Прекратить, Майк? Эта информация у тебя уже 12 часов. Прошлой ночью узнал и промолчал. Ты не подумал мне рассказать? Как это поможет мне найти Эбби? Это не мы, Майк. Мы так не работаем. Слушай, Майк, я тебя услышала. И разберусь. Иди поспи. Поверь, я найду Эбби. Кристал. Алло. Слушайте, это вопрос времени. Нам нужно быть умными. Мой папа нас ищет. Прямо сейчас ищет. Никто нас не ищет, глупышка. Нет, нет, ищет. Клянусь богом, это его дело. Я видела ваши фото у него на стене, я знаю. Он все это время вас искал, ясно? Клянусь богом, моя семья не сдастся. Заткнись. Теперь твоя семья здесь. Нет, нет. Пожалуйста. Это не семья. Так нельзя говорить. Поздно. Стой, мы тут все заодно. Да? Да? Нет. Стой!
Она нас зазывала. Рассказывала, что мы сбежим. Сказала, что ее папа нас ищет. Но мы не хотим к нему, потому что мы принадлежим тебе. Это правда? Да, папочка. Спасибо, дамы. Теперь тебе придется понять, как у нас все устроено. И еще раз. Боже! Ты все поймешь, милая. Все поймешь. Это знак доверия. Признание приверженности. Мы никто без доверия. Никто. Ты псих. Ты псих. Думаю, придется объяснить еще раз. Я слышал от одной из девочек, что какой-то парень пытался накачать ее в ночь исчезновения Эбби. В темном седане. Она разбила ему о голову бутылку. Довольно сильно ударила и выскочила оттуда. Я ее даже не знаю. Она работает тут, в квартире. Возможно, это ничего не значит. Тут каждую неделю девчонок накачать пытаются. Но иногда я думаю, что любая мелочь важна. Ну уж нет, чувак. Чего надо? Я ищу ему. 250. Третья дверь налево. Чувствую себя как дома. Первый раз? Да. Тебе понравится. Больно. Да, ему тоже досталось. Да. Вы подрались? Тебя кто-то ударил? О, да. Было так страшно. Как бы я хотела, чтобы ты был там. Ведь ты бы его... Ты бы ему за меня отомстил? Я бы прикончил его. Кто он? Парень, который тебя ударил. Как он выглядел? Не знаю. Он сзади подошел. Я не видела его лицо. Он сказал мне заткнуться. Какой у него был голос? Может, его голос звучал... Я не знаю, будто он не отсюда. У него был акцент? Какой у него был акцент? Что это, игра в 20 вопросов? Голос деревенщины у него был. И пахло от него, как от стойки с хот-догами, луком и так далее. Что-нибудь еще? Я не понимаю. Ты меня хочешь трахнуть или его? Помедленней. Я хочу тебя поближе узнать. Давай полегче. Полегче? Знаешь что, мистер? Время – деньги. Не делай этого. Прости. Черт! Прекрасно, придурок. Я только уложила. Убирайся отсюда, пока Джером тебе задницу не надрал. Тебе нужно признать его. Вот почему мы здесь. А другие нет. Мы делаем то, что должны.
Хорошие девочки получают награду. Раз в неделю он приглашает одну из нас наверх на ужин. С вкусной едой и мягкой постелью. Иногда можно увидеть что-нибудь в окно. Не распаляйся. Такими способами она и до конца недели не продержится. Не так ли, принцесса? Что же, что же? Уже даже буря поутихла. Что? А, да. Не похоже, что вы спешите. Я тебя прощаю. Ты сегодня ужинаешь со мной. Прости меня, папочка. Я не хотела тебя злить. Обещаю, больше я так не буду. И ты меня прости. Не люблю, когда до такого доходит. Я не такой. Ты уже поешь, наконец. Давай. Я тебе верю. Я говорила с транспортным отделом Буффало, Ниагара. Дэрил Кеннеди забронировал вылет на 9:30, но аэропорт отменил все вылеты из-за шторма. Я позвонила всем отделам в аэропорту на случай, если он объявится, и поставила парочку около его квартиры. Понял. Если его найдешь, звони сразу мне. Понял. Где ты? Когда я буду есть поджаренную курочку и пить вино, я скажу папочке, что ты на самом деле не просила прощения. Скажу, будто ты сказала, что ненавидишь его и не хочешь быть частью нашей семьи. Эй, это нельзя трогать! Вот ты попала! Пожалуйста, не делай этого, он тебя убьет! Было приятно познакомиться. Что тут происходит? Британи, как ты могла? Папочка, нет. Нет, папочка, это не то, что ты думаешь. А мне кажется, что я все правильно понял. Пожалуйста, не надо. Я исправлюсь, обещаю, папочка. Ты не оставила мне выбора. Пожалуйста, не отправляй меня туда, папочка, пожалуйста. Давай, залезай в чертову дуру. Ты уже слышала. Убирай руки. Боже мой, остановись, пожалуйста. Отпусти ее, так нельзя. Пожалуйста, не надо! Она же пытается! Она умрет! Пожалуйста! Она беременна! Вот почему она включила магнитофон, она хотела тебе сказать! Она включила музыку, она была счастлива! Как она узнала? Мы чувствуем такие вещи! Пожалуйста, папочка, не надо! Лорен, никаких секретов. Это правда, папочка? Быстрее! Она дышит! Она цела? Да, все будет в порядке. Вот так, девочка. Просто наглоталась воды. Так, дорогая. Ей просто нужно поспать. Она будет в полном порядке. Давай, нужно поспать, мамочка. Вот так, хорошая девочка. Будь я проклят. Наконец-то у нее получилось. С трудом в это верю. Это значит, что ты пойдешь со мной. Зайду за тобой в 8. Это ей, когда она проснется. Доверяй, но проверяй. Закусочная у МДЖ. Что я упускаю, Келси?
Что-то настолько очевидное, чего я не вижу. Эмма напала с бутылкой. Что насчет нее? Она хорошо его рассмотрела? Может, она составит портрет? А, нет. Она хорошенько ударила его бутылкой по голове, но не смогла рассмотреть лицо. Да, молодец. Надеюсь, ему больно. Думаешь, это наш парень? Может быть. Та же ночь, 30 минут от места, где пропала Эбби, 4 квартала. Должно быть он, да? Детектив Уолкер. Сержант, помедленнее. Связь прерывается. Перезвоню. Что? Да, записываю. Отель Бурбон, номер 233. Они подтвердили, что это он? Что? Будем через 20 минут. Проклятье, да что же? Мы обзванивали отели при аэропорте. Нашли 130-килограммового парня. Только что зарегистрировался. Мы нашли его. Притормози чуть-чуть. Он никуда не сбежит. Черт! Я через переднюю. Эй, где вы все? Дэрил, открывайте. Детектив Уолкер, у нас ордер. Мы заходим. Вставай, мудила. Дэрил? Вставай. Господи. Пульса нет. Черт. Это петидин. Дэрил? Нужна скорая помощь. Отель Бурбон, второй этаж. 3, 4, 5. Не смей умирать, Дэрил. 1, 2, 3. Давай. 4, 5. Майк, телефон. Майк? Прости за опоздание, милая. Будь я проклят. Какая ты чистенькая. Ты у нас самая милая. Сейчас она крепко спит, но недавно просыпалась. Посмотрим, сможешь ли ты тоже. Так, готово?
У нас будто свидание. Хочу, чтобы первый раз был особенным. Я не уверена, что я особенная. Надеюсь, ты любишь курицу, Каджон? Это мое фирменное блюдо. Я люблю все южное. Давайте-ка посмотрим. Многие утверждают, что есть только один способ мариновать птицу, но я не согласен. Я добавляю много специй. Для меня готовка — это жизнь, понимаешь? Это для меня так естественно. Понимаешь, о чем я? Ты сегодня будешь пить, папочка? Черт! Да ты у нас такая дикарка, да? Вы должны это увидеть. Вы должны это увидеть, точно. Криминалисты уже тут. Они все передвинут. Куда бы он ни собирался без своих трофеев, он уезжать не хотел. Они все тут, части тела. Да, еще тут альбом с кредитками и фотографиями. Он в плохом состоянии. Майк Флетчер. Здравствуйте, детектив. Это Челси из Стейн-Лейк. Я вам перезваниваю. Простите. Стейн-Лейк Буффало. Вы оставляли сообщение про Дэрила Кеннеди. Точно. Да, мы проверили все записи, и, к сожалению, никакого Дэрила Кеннеди у нас нет. Ни клиента, ни рабочего. Понимаю. Простите, что так поздно перезваниваю, но в День Благодарения все всегда с ума сходят. Простите? Все кейтеринговые компании. Самое забитое время в году. Вы кейтеринговая компания? Да, коммерческий кейтеринг. Офисы, фабрики. Подождите, а больницы? Да, конечно, и там мы работаем. Мемориальная больница Шихан, региональная Буффало. Я поймал тебя, ублюдок, поймал! Простите, сэр, я вам перезвоню. Что такое, Майк? Я его видел. Я с ним разговаривал, проклятие. Я видел его рану на голове от удара бутылки. Он южанин, как она и сказала. Она даже упомянула, что он пахнет едой. Эти лекарства были не для Дэрила. Я ничего не понимаю. Что ты имеешь в виду? Я его ищу. Я его ищу. Карл Энтони Джумо. Я нашел этого ублюдка. Что мне передать шефу, Майк? Что хочешь. Можно мне? Да, дорогая. За семью. Я на минутку. Алло? К его дому. Карл Энтони Джимо. Пока не уверена об их связи. Может, он использовал Дэрила, чтобы тот доставал лекарства, не знаю. Да, он со мной. Ты неблагодарная сучка! Ублюдок! Ублюдок!
Майк! Готово. Еще рано. Я не готова. Все хорошо. 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 Все будет хорошо. Ладно? Ты будешь в порядке. Тебе нужно тужиться. Ясно? Я не могу. После аварии я не могу двигать ногами. Тебе придется вырезать его. Как и первого. Эй, эй, есть тут кто? Эй, там есть кто-нибудь внизу? Алло? Алло? Папа! Папа, это ты? Эбби? Эбби? Боже, папа, я знала, что ты придешь. Папа, боже мой! Папа, послушай, у него на шее ключ. Пап, ты слышишь меня? Ключ у него на шее. Пожалуйста, быстрее! Другим девушкам нужна помощь! Им нужно в больницу! Быстрее, папа!
Нет-нет-нет, Эбби, все хорошо. Я здесь. Я тебя оттуда вытащу. Просто подожди. Я возьму ключ и сразу вернусь. Келси побудет с тобой. Если кто еще пойдет вниз, пристрели его. Боже мой, я не могу! Майк. Ты как? Эй, эй. Посмотри на меня. Твои дела плохи. Майк. Господи, Келси. Мы бы позаботились об Эбби. Мы бы заботились о ней, как о своей. Но вместо этого ты пришел, натворил дел, и у меня не остается выбора. Что я упускаю, Келси? Что-то настолько очевидное, чего я не вижу. Ради бога, это же дочь Майка. Я думал, она просто еще одна. Она не как все остальные, понимаешь? Делать все как обычно? Делай то, что должен. Шеф, мы направляемся к его дому. Карл Энтони Джимо. И так грустно, ей 30 лет, у нее нет детей. А ты ее и социальной жизни лишить хочешь? Есть список номеров с прошлой ночи? Есть кое-что хорошее. Кто же он? У него есть доступ к базе ТС. Я и была той тупицей, которая боролась за это дело, помнишь? Думаю, есть кто-то еще. Связь прерывается, перезвоню. Если найдешь его, сразу звони мне. Она не как та пропавшая девушка из городка, откуда я родом. Ушла однажды и не вернулась. Испарилась в воздухе. Иди сюда, детка. Вот так вот. Вот так вот. Первое.
Привет. Подвезти? Куда едешь? Куда угодно. Залезай. Я так хотела тебе родить сама. Хотя бы одного. И я. И ты выполняла свою работу. Защищала нас. Мы чувствовали себя в безопасности. Так делают в семье. Ты должна быть сильной, дорогая. Ты будешь такой хорошей мамочкой. Папочка? Ты должен гордиться, Майк. Ты сделал все, что мог для Эбби. Но у меня есть дети, о которых я должна позаботиться. Я нашел это в комнате Эбби. У нее тоже будет семья. Больше нельзя делать ей больно, правда? Так ведь? Келси, ты такая же, как все. Как и все остальные. Келси, ты жертва. Он тебя больше не любит. Я была потеряна, пока папочка меня не нашел. Я не жертва. Я мать. Келси. Келси. Боже, Келси. Келси, где папа? Все хорошо. Келси, где папа? Все хорошо, все закончилось. Все хорошо. Келси, где мой папа? Замрите, не двигаться! Опустите оружие! Все в порядке, полиция Буффало. Это я вызывала вас. Здесь нужен врач. Возможно, сердечная аритмия. Нужен дефибриллятор. Что это такое? Детская ферма. А где дети? Так, посмотрите на меня. Вниз, направо, прямо. Пока врачи-травматологи не прибудут, скажите, если что будет нужно. Джимми, тут нужно еще одеяло.
Вы позвонили Флетчерам. Оставьте сообщение. Привет, это я. Я звоню извиниться, что не приехала на похороны. Я просто не могла. Майк был моим напарником. Прикрывал меня. Он был моим другом, и мне так жаль. Эбби, твой папа знал о твоей беременности. Честно говоря, он был в восторге. И, наверное, сейчас ты напугана до смерти. Но ты будешь мамой. И ты не представляешь себе эту радость. Люблю вас, ребят. Привет. Мы приехали. Добро пожаловать домой. Миссис Гамильтон, вот вы и приехали. Добро пожаловать в наше райское местечко. Наконец-то добрались. Боже, какая красавица. Вам тут очень понравится. Хорошая школа, тихие соседи. Идеально для молодой семьи. Звучит именно так, что мы и искали. Тогда заходите. Давайте я покажу вам, о чем мы только что говорили. Откуда хотите начать? Почему бы не начать с детской? Хорошо. Я приду через секундочку. Хорошо. Но ты будешь мамой. И ты не представляешь себе эту радость. Люблю вас, ребят. Люблю вас, ребят.